Никто из нас не примерял в детстве взрослую одежду, не разрисовывал фотографии в журнале и не играл сантиметровой лентой. Эти детские затеи легли в основу выставки художницы Анастасии Богомоловой, которая создает прошлое с помощью рисунка, фотографий, одежды и бытовых предметов. Эти вещи, попадая в контекст искусства, они перестают быть бытовыми вещами, они начинают нести информацию о людях, которые, да, эту одежду шили, носили, о той маленькой девочке, которая переодевалась в эту одежду и представляла себя взрослым человеком. И о том, как она выросла, да, и как теперь она должна формировать эти смыслы, да, и нести их вот в окружающий мир. Очень интересно, необычно. Может быть, вы видели самые такие популярные даже паблики ВКонтакте, которые выставляют вот эти модные тенденции, но просто актуализировала это все с точки зрения моды прошлого века. В зале точно воссоздается атмосфера 80-х-90-х годов прошлого столетия. Своя история есть не только у предметов, но и у гостей выставки. У меня есть журнал 59-го года от бабушки, такой же стиль, причем там даже не фотографии, там рисунки, потому что еще фотография в мир моды не зашла. И вот я смотрела и думала, может быть, я найду здесь такой же журнал, потому что у меня ощущение, что я как бы тоже как хранитель чего-то такого, что из поколения в поколение передается именно в индустрии моды и дизайна. Сейчас ведь все совсем по-другому. Сейчас все доступно. Сейчас даже нет такого интереса научиться шить, потому что можно пойти и купить и подобрать себе гардероб полностью от начала до конца. А тогда нужно было думать самой, создавать самой, иначе ты будешь серой мышкой и вообще ты никак свою индивидуальность не сможешь проявить, во всяком случае, внешне. За последние десятилетия наша жизнь развивается стремительным темпом, меняется отношение к истории, появляются новые жанры искусства. В этом смысле подобного рода выставки вызывают интерес и ностальгические ощущения.